Значит, вот это вот маточный черенковый сад молдавского литерала. Что характерно? Видите, они все имеют, в отличие от других сортов, они имеют такую тополевидную крону. Это очень важно при создании насаждений. Ну и размер, разговор о латеральности здесь, естественно. Здесь уже плоды, в принципе. Вот видите, с прошлогоднего прироста побег и с орехом. Все остальные плоды уже удалены. Здесь сделаны прищипки, но мы по одному плоду оставляем для того, для апробации, для контроля. Вот, пожалуйста. Здесь на однолетнем побеге приросты, орешек. Вот пройдем дальше. Проходи сюда, чтобы было видно. Вот видите. Прошлогодний однолетний побег. Почка и плод. И практически все эти побеги были с плодами. Вот это вот визитная карточка. Вот видите, как он. Он имеет тополевидную крону. Он не раскидистый. К нему легко можно будет подойти во время уборки. Его можно высаживать более компактно. Значит, и видите, какой интенсивно зеленый цвет. Это говорит о высоком потенциале фотосинтеза. Мы будем иметь достаточное количество черенков для того, чтобы размножать его. Добрый час.